Что сегодня, на ваш взгляд, нужно делать Украине в плане экономики? Вот три, допустим, первых главных меры, какие нужно принять? Ну, делать то, что советовал Каха Бендукидзе в марте 2014 года, а дальше примерно в трех десятках своих выступлений, докладах, презентациях, которые есть везде в Украине. Все это знают, все хорошо знают. Слава богу, помнят об этом. Я очень признателен украинцам, которые вспоминают Каху сегодня, тем украинцам, кто вспоминает сегодня. Не тем, кто отказался с ним встречаться в 2014 году из власти, а те, кто помнит, что говорил Каха, что он рекомендовал. Вот применяйте эти методы. Итак, первое. Ну, первое, значит, ну, полностью, конечно, пересмотр политики Национального банка, потому что это уничтожение сегодняшнего дня и завтрашнего дня украинской экономики. Второе, сокращение размеров украинского государства, имея в виду сокращение государственных расходов, как доля ВВП, и сокращение налогов в ВВП. Третье. Этот уровень абсолютно недопустим, он не позволяет делать. Но вообще, так сказать, общая либерализация, экономическая свобода, это концепции в Украине почти не существует. Есть буквально только несколько лиц и несколько think-танков, таких вот исследовательских центров, которые, в принципе, об этом, эту тему затрагивают, но как такой развернутой концепции ее сейчас нет, тем более она не взята на вооружение политическим детям. Вот мы с вами начали говорить по поводу того, что Путин смог произнести термин «экономическая свобода» в России в 2000 году. Я спрошу вас, кто из украинских политических деятелей смог произнести слово «экономическая свобода». Вы слышали от кого-нибудь? Нет. Вот. Когда вы услышите, что кто-то из украинских политических деятелей сказал, нам нужна экономическая свобода, и он будет не стесняться сказать это перед качихами, перед шахтерами, перед... Качих у нас нет. Почти. Ну, не знаю, перед кем угодно. А вот кто и будет готов отставить эту концепцию, тогда, значит, мы будем говорить, возможно, Украина выходит на нулевую ступеньку, нулевую, не первую, нулевую ступеньку, подготовительную ступеньку к тому, чтобы делать что-то необходимое.